Помните тот миг, когда впервые увидели динозавра? Каждому из нас хотелось хоть раз взглянуть на живого динозавра. Снято! Обалденно! Внимание! Мир юрского периода задумывался трилогией, и сегодня мы представляем вам новую главу. Сюжет второй части выводит франшизу на принципиально новый уровень. Мы реально взрываем весь остров. Жахнули так жахнули. «Мир юрского периода 2» снимает режиссер Хуан Антонио Байона. Обожаю нагнетать атмосферу. Люблю быть на грани и погружать зрителя в кино с головой. Он непревзойденный гений саспенса. Это Тирекс! Это Тирекс! Да тише ты! Это не Тирекс! Смотрите в оба. Тут кругом динозавры бегают и жрут всех подряд. Я пошел. Нам очень важно, чтобы в мире юрского периода были не только новые герои, но и те персонажи, которых мы все хорошо знаем. Джефф Голдблюм вернулся. Врать не стану, я в восторге. Поверить не могу, мы снова обсуждаем динозавров. Во втором фильме вас ждет настоящее нашествие доисторических тварей. С ума сойти. Аниматроника достигла небывалой реалистичности. И я ничего не могла с собой поделать. Они как живые. Снимать продолжение легендарного блокбастера – настоящий вызов. Нужно снова удивить искушенного зрителя. Бегите! Бегите! Эта часть очень насыщенная. Она поразит вас размахом и зрелищностью. Реально, я молодец. Так сыграл, красавчик. Все, что вы видели до этого, не идет ни в какое сравнение. Еще бы, это ж мир юрского периода. Не верю своим глазам. Мир юрского периода 2. Кино с 7 июня.